В соревнованиях по рукопашному бою, который проходил в легкоатлетическом манеже города Бреста, приняли участие свыше 120 борцов. Цифра солидная. Это показатель того, насколько данный вид спорта и данный турнир пользуются интересом молодежи. Рукопашные бои с каждым годом стремительно набирают популярность. В этом сомневаться не приходится. На Брещине этот вид спорта очень актуален. На самом деле он прививает у парней, у молодых ребят крепкий дух. И сам турнир посвящен, конечно же, Дмитрию Гвишане. Это наш брещанин, который совершил подвиг. И на данном турнире мы воспитываем дух патриотизма молодежи. Нешуточная борьба развернулась между спортсменами. Соперники боролись за победу в таких видах единоборств, как карате, рукопашный бой, бокс, ушу, тэквондо, вольная и греко-римская борьба, самбо. Основную цель турнира, как всегда, организаторы спортивной инициативы обозначили как пропаганда здорового образа жизни и воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения героическому прошлому белорусского народа. Кроме того, такие состязания – отличное подспорье для подготовки молодых людей к службе в вооруженных силах Республики Беларусь. Задачи, которые стоят перед обществом «Динамо» на данном турнире – это, как всегда, отличное выступление нашей сборной команды. Ну и одной из основной составляющей – это же, конечно, подбор перспективного резерва, то есть подбор кадров для службы в органах правопорядка. С каждым годом количество участников только растет. Это говорит о многом, но в первую очередь о том, что молодое поколение брещан чтит память своих выдающихся современников, героев нашего времени, именами которых гордится нация. Ярчайший пример вышесказанному – Дмитрий Гвишиани, погибший 17 лет назад, спасая людей из пожара, который возник в поезде Брест-Минск. За исключительную отвагу юноша посмертно награжден орденом за личное мужество. Этот турнир важен не только для физического воспитания будущих и настоящих защитников Отечества, но и для патриотического воспитания. Молодежь – наше будущее. И от того, как они будут любить свою родину, относиться к своим родителям, это зависит, какова будет наша страна. Межгосударственный турнир по рукопашному бою имени Дмитрия Гвишани. Он имеет очень важную роль в развитии спорта в юношеском и в более старшем возрасте. Этот спорт значит для меня много, так как я начал заниматься им 5 лет назад и уже выиграл немало соревнований и забрал немало кубков и медалей. Турнир памяти курсанта Военной академии Беларуси Дмитрия Гвишани прошел в Бресте уже в 13-й раз. На спортивной арене сражались борцы в двух возрастных группах в 6 весовых категориях. Итоги спортивного старта организаторы провели в личном и командном зачетах. Победители соревнований награждены медалями, а также денежными призами. Призовое место турнира было завоевано белорусским физкультурно-спортивным обществом «Динамо». На втором и третьем месте оказались украинские атлеты.